Ein, zwei, drei. Пошло. Тренинг начался. Кто будет кушать? Белка или вороны, посмотрим. Или сойка. Километр прошел. Вон туда я ложил. Уже все, вороны слямзили орешки. О, слышите? О, задрались за мои орехи. Ха-ха-ха-ха-ха. О, 4 километра, 11.53. Хорошо. Раскочегарился и на всех парах движусь. Хочу 5 километр выйти из 11 минут. Ну, посмотрим. Двигунки работают. Пока все нормально, полет нормален, нормален. Выйду или нет? Посмотрим уже скоро. Темп повысился. Работа ног стала совершенно другая. Уже так мышцы хорошенько работают. Вот тебе и простое упражнение для оздоровления ног, суставов ног. Отлично. Я уж не говорю о том, что я дыхалка заработала. И ручки пошли, 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 пошли. Вот что значит темп. Но к нему-то надо подготовиться. Надо укрепить организм. А потом уже жахнуть. Последние 100 метров. Я уже на всех парах движусь. На всех парах. Сейчас будут показания. А? 60 метров осталось. На всех парах. Двигунки работают. Хорошо. Хорошо. И вот. Сейчас. 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 30 метров. Надо подналечь. Подналечь надо. И мы налегаем. Налегаем. Немножко работает. Ах, хорошо чувствуется мышцы, как работает. А та, ну! Ах, та, ёханый бабой, чё ты? За 11.6 или что там? Ёхан, это... Сири влезла от моих этих. Ну ничего, посмотрим. Я думаю, камера ухватила. Делаю кружочек сегодня. Так сказать, заминка. Успокаиваемся. И отлично. Отлично. Фу, хорошечно. 63. Спортсмены. Получилась такая длительная тренировка. Мы заканчиваем ее. Опа. Все. Вот и все.
О, тут дыхание, рекорд пеших тренировок сегодня, рекорд. И вот она, награда мне. Закрыть. Щик. Отлично. Цель упражнения достигнута. Все.